challenge time. И снова всем привет, и мы продолжаем Callisto Protocol. Я вообще, правда, ничего не помню, я не играл, получается, неделю, как я 3 серии записал залпом, так и больше времени не было. Так, оружие. Бить. Он, похоже, сломан. Садись на него, я тебя отсюда вытащу. Ты уверен? Спущу тебя вниз, легко и аккуратно. Точно? Я вот... Тормоза выглядит не очень. Алиас. Останови кабину, останови. Алиас. Система не отвечает. Нужно вручную отключить. Постой, что? Как? Просто заблокируй тормоз чем-то. Скорее. Ни КТЕ даже, ничего. Ножи ты, сенсен. Подпрыгнем в конце, да? Нет? Ну вот надо было подпрыгнуть. Джейкоб, ты меня слышишь? Да, но плохо. Нужно понять, почему система барахлит. Отключи и снова включи питание там внизу. И доберись до другого лифта. Ты почти на месте. Еще лифт? Уже не терпится. Оу! Так, отсылки на Dead Space. Он даже у меня особо не отнял ничего. Какого хрена? Найди выход из подвала. Во. Тебя-то я и хотел. Боеприпасы. Так, у нас они полные. Что у нас по инвентарю вообще? Так. Это у нас инъекторы. Блок аккумуляторов. Кстати, да, она вроде как дешевая. Если выкинуть, не так страшно. Мне интересно, если мы выбросим, что будет? Мы просто удалим ее? Нет, мы ее выбросим на пол. А вот это здорово. Тогда подожди раз. Так. И в каком-то порядке взял. А, нормально. Я хотел тебе поругать, что ты так же и забрал. Ну, чтобы аптечки были как-то рядышком. Кто, чего, что, где произошло. Во, вижу. Вредное производство. Чтоб эти штуки бы отключили, блин, которые ломают просто все. Весь вот этот вот. Так можем выразиться, флоу. Ну или некий поток, не знаю. А если там было несколько врагов, и я так ачивку получил от одного, то что было бы? Они бы меня прервали или все-таки дали вначале с другими досражаться? Короче, не знаю, это очень странная штука. Мне она вообще не нравится. Или это EGS-ные чисто такие штуки? Не знаю, вот вопрос, конечно. Надо, конечно, у кого-то посмотреть. Потом летсплейчик. Хлорин. То есть хлор, да? А вот это тоже начал отнимать ппшку, похоже. И достаточно жирно отнял. Я просто думал, может получится мимо него как-то пройти или типа того. Но похоже, что нет. Ну ладно, чуть-чуть потеряли, получается. Не так страшно.
через Shift мы бегать умеем, если что, да? Так, вот тут у нас что? Тогда у меня вопросы такие, та дверь открывается или нет? Может, я просто протестировать, она сейчас скажет, что не работает, и все. Либо тут секрет. Фу, нормально. Ладно, давай посмотрим, может быть, тут реально просто что-нибудь полезное лежит. Тем более тут уже заперто, если тут не будет какой-нибудь винты. Что это? Преобразователь энергии. Чертеж дробовика Скунс. Окей. Да, я, кстати, не посмотрел. Мне там сказали, что я, возможно, аудиозапись, а не все послушал. Я, правда, тайм-код все-таки что-то не успел посмотреть. Так. У этого одна была. У этого одна. Ну, я посмотрю, конечно, но вот эти недоступны, допустим, сейчас. Просто я вот Е жму, только вот эта тайная комната доступна. Потом на видео, если что, зайду, точно гляну по тайм-коду. Ну, либо в конце серии, просто потом зайду, посмотрю. Так, подожди. Вот я говорил и... А, давай, поднимайся. Прям Resident Evil'ом запахло. Слабак. Я говорил, а это-то я вытащил, точно, все. Да, это выточено было. Ну все. Пойдем пинать того мужика. Лежишь? Хрена себе. Инвентарь полон, говорит. А сколько можно всего патронов 12 таскать? Допустим, а сколько тут оно лежит? Сейчас, может, что-нибудь выбежит, и мы его быстро нагнем. О, вот куда-то надо было бы запихнуть кого-нибудь. О! Я тебя вообще не увидел. Я увидел, в первую очередь, вентилятор. Я думаю, сейчас кому-нибудь на вентилятор надо заманить и запинать его. А тут это как кусалка, блин. Так. Это что-то похоже на шипы. И это похоже на шипы. Приятель. Вот ты, бляха-муха. Ах ты ж собака, ударить умудрился. Я хотел добежать до шипов и на шипы пытаться его запихнуть. Я, правда, ожидал, что меня все-таки на вентиляторе где-нибудь размажут.
Да чё сейчас, куча чивок выпала? Как это говно отключить? Ладно, хпшку сэкономили. Там один патрон всего был, серьезно. Ну хорошо, одна так одна. Или попытаться его на вентилятор зафигачить, или на шипы. Не получилось. Интересно, через вентилятор бы он мог меня укусить? Nice. Круто. Да, неплохо. Это патроны или что вот это вот? Блин, ну дробовик иметь, когда у тебя... С другой стороны, можно зарядить и хотя бы в дробовике держать. Керри Браун. Дамочка, нет живых статус. Первоочередной приказ отправить наряд охраны ремонтному участку системы кинетического управления камерами. Ценный объект следует приместить на Б, в 3.15. Допускается только пистол уровнем за это. Огонь на поражение разрешен. Ну, просто этот самый, но никакой информации нет. А вон то у нас это энергия, да, я так понимаю. Не, все правильно, подожди. Так. Сколько ты стоишь, интересно? Вот я блок аккумулятора, наверное, брошу. А, у меня же телекинез же есть. Да, я что-то из... У меня есть телекинез! А! 2 минуты нажа... Подожди. Загрузка игры. Вертить. Телекинез есть! Надо проверить. А то эти штуки не так часто попадают. Ты мертвый? Или тут второе автосохранение сработало? Нет, вроде. Как я мог про телекинез забыть? Бляха-муха, я не то что ли выстрелил? Я что-то там вообще не видел, думаю, туда стреляю. КПшку мне дай. Ай. Мы же закончили, что у нас появился телекинез, и я прям забыл. Если я сейчас сохраню игру, это сработает с этого момента? Или не сработает? 28, 28. Непонятно. Скорее всего, нет. Нет, это похоже, но последнего все равно. О-хо-хо-хо-хо. Но за него ничего не дали. Может быть, в нем и ничего и не было. Nice. А, так, хорошо. Новый преобразователь энергии. Так. Боеприпасы, боеприпасы. Забираем еще раз чип. То есть в идеале, конечно, еще бросить вот на шипы бы кого-нибудь. Но там кто-то аж ходил. Мы можем попытаться его сейчас
так сделать. Я могу даже так. Концу мир. Блин. Как долго оно заполняться будет? Оу! Вот чё у вас так много? Или второй просто недобитый был. Куда ты упал? Ну, хотя бы с этого момента. Пойдешь сюда снова? Во, пойдем. Попробуем еще раз. Может быть, когда ты будешь один, мне будет проще. Dark Messiah of Might and Magic. И даже что-то можно из него выбить таким образом. Так, ладно, патронов вроде много, значит. В целом можно вот туда и вот этого нагнуть выстрелами. Ах ты ж тварь такая. Шесть боеприпасов. Ну, так получилось, чувак. Патроны. 12 патронов, все. Насколько я понимаю, еще не скоро будет костюм. Я к одному чуваку знакомому заходил на стрим. Это был второй его стрим. Он еще бегал где-то дальше меня. Какие-то существа, которые бегали по стенам. Я дальше уже не решил не смотреть, потому что это спойлер. Вот. И у него еще не было костюма. Костюм дает много слотов. Куда ты убежал, Ты куда полез, дурак? Это было очень странно.
Ну окей, аптечки. Сейчас заберем патроны, оставшиеся. А вот тут, кстати, что-то есть. Аптечка еще одна. Внезапно всего много стало. Ну и ладно. Возможно, можно будет вернуться в крайнем случае. Так-то у меня сейчас все полное, поэтому вообще не вижу смысла тратить. Так, вот выход окончательный. Вот что надо было либо притянуть. Ты не притягиваешься, ладно. Стрелять по тебе я тоже не буду. Потому что это трата просто. Предохранитель для ворот. Еще один? А у меня где-то учитываются все предохранители? Где я могу видеть свои вещи? Улучшение недоступно. Личные данные. Так, кто-то штаны потерял. Очень бежал. Музыка поскрипывает. Или эта станция поскрипывает? Это отражение от чего, извиняюсь? А, кстати, а сколько я сделал зарядов? Или я скорость восстановления, да, скачал? Окачал. Статиза. Телекинеза, не знаю. Телекинезного статиза. Мне вообще с перчатки... Ой, это не перчатки. Да и перчатки тоже. Да и ботинки, как в этом... В Bulletstorm'е. Какая громадина. Алиас, я в лифте. Я уже вижу изолятор. Алиас, ты слышишь? Воу. Красота. А я думал, это в космосе. Алиас, ты меня слышишь? Блин, красиво. Как-нибудь вот так. Так, как я тебя с превьюшками тоже запарилась, так что пусть будет выбор красивого места. 23 минута. Здорово. Прости, что не отвечал, хорошо, был занят. Эти твари прорвались внутрь. Рвали тут все в клочья. Можем попасть в изолятор? Да. Но он, наверное, на питание, так что мне придется поработать вручную. Да? Не волнуйся, смогу тебя забросить. Допускай подъемник, на нем доберешься. Или как эти самые... как они называются? Фонарики с динамо-машины, которые вот так вот надо было нажимать, чтобы светить. Интересно, такие еще продаются? Со светодиодной лампой, наверное, это попроще будет. Я вообще рассчитывал, что я здесь смогу... Это база, я думал, это РПГшка большая. То я смогу вещи скинуть. И вернуться еще аптечку забрать. Ёб твою за ногу. Серьезно, в Тиме такое есть? Или это только ЕГС-ная штука и гениальная? Да тихо ты. Я тут рефорж нашел.
Дробовичок, чок, чок, дробовичок. Давай вначале все продадим. Так, продать. Продать. Ой, успокойся, времени много. Так, давай смотреть, что есть. Во-первых, флакон — это покупка флакона. Боезапас — это патроны. Вот это мы сломали, оно вроде неплохо себе даже показало, или мне показалось, что оно себе показало. Так, 3 сотенки. Контратака с блоком. Блока последней атаки делается враговым для... Тихо! Силовое подавление бунтов. Более мощную атаку. Повышенный урон, емкость. Емкость, кстати, неплохо, вот сколько — непонятно. Вот, перчаточку, кстати. Скорость перезарядки силовой перчатки. Энергоемкость за счет периферийных. За счет демонтажа. Может быть, ранят. Что? При контакте противник может быть ранен. Так, вот это уже дорогое. А вот и дробовик. Ай, 800, блин. Так. Насколько получится вернуться? Часики тикают, ну... Ты уверен, что здесь мы найдем себе жену? Успеем завести детей? Я не уверен. Так что прекращай про часики. Кажется, вернуться... Хотя... Нет, не может. Одну эту я продал уже. Ну ладно. Я просто рассчитывал, что мы все-таки вернемся сейчас. Ну, не вернемся, не вернемся. Пока вроде хватает аптечек. Стоит ли брать сейчас дробовик? Или прокачать емкость пистолета? Тогда мы больше патронов сможем таскать внутри ствола. Притом непонятно, это патронов... Патрона 4, наверное, да, можно будет? Ну окей, я все-таки это приобрету. Просто обойму допечатал. Да хоть из пластика можно, блин, делать. Что ж так дорого? Эх, как в этом не работает. Да, здесь, смотри-ка, я угадал. Как в Резиденте, когда улучшаешь емкость пистолета, допустим, а в нем 0 патронов, и тебе еще и патроны бесплатно дают. Вот такая штука не работает. Ладно. Ну, на 4 патрона больше можем таскать. Если еще увеличится до 20 вместимость, то есть 2 обоймы, это вообще будет чудесно. Но мне почему-то кажется, что такого не будет. Я, конечно, не эксперт, но... Ладно, тебе нужно найти способ подать туда питание. Фу. Ага, ищу. Ну окей. Потерял немножко, получается, этот самый монстр одного. С него не приобрел. Так вот, не, если не учитывать вот эти вот ворота,
Сейчас, надеюсь, ни у кого нету этого светочувствительности. Давайте так сделаю. Не считая ворот, как бы можно просто по канату пролезть. Вот аптечком. Вы и берегите реально, у кого там, может быть, забыл, как это называется, штука. Эпилепсия. Меня что-то это пугает. Тут что, босс будет? Три аккумулятора, две аптечки. И заперто все вот этими штуками. Нет, не открылось оно так. И вот эти шипы, возможно, на них можно скинуть кого-то. Туда как будто бы пролезть можно. Сюда можно пролезть. Окей. А чё, анимации нету? Джекобли. Но это мы. О, не работало что-то. Кого мы подобрали? А, ну, себе и подобрали. Подожди, это то же самое. А, танк Стонг или что-то такое. Во время обработки Сонг напал на двух членов картеля Лазоса. Потребовалась их госпитализация. Рекомендуется использовать систему кинетического управления камеры для всех перемещений внутри изолятора, чтобы в дальнейшем избежать инцидентов с заключенными, обладающими подобными габаритами, темпераментом и количеством судимости. Как тебе так... Ножки-то у тебя. Нет? Что может пойти не так? Дверь не откроется, пока цикл подачи не завершится. Готовься драться. Нет, откуда не возьмись, блин, вылез. А, вот ты где. А чё, мне патронов нету, что ли? Чё, пришел? Ай, куда ты? Аптечку зато дал. Да, эти автоматически даже, да, берутся. Я просто уже и не помнил. Все?
Так, ручку отпутировали. Блин. Так и знал, что мне там на одну хпшку. Надо было убегать все-таки. И с какой стороны? Я думаю, постоит поэкономить, когда более жирные ребята пойдут. Ну или вот такие неприятные. А что с тобой, мужик, случилось? Пока. Ну, лед такие жирные. Я, видимо, когда сюда ехал, много раз выстрелил, и поэтому много патронов съел на это все. Тихо. Похоже, они сильно не по одному бьют. Надо было сразу бить, я ожидал, что он все-таки ответит. Кто, где, откуда? Не падай. Оу! И свалился говнюк. Кажись, все. Хотя птичка была. Ну, в целом, я очень неплохо так. Но назад я, конечно же, вернуться не смогу. Так. Ну, тут должно быть больше трупов. Либо за счет того, что их все-таки разобрало на атомы. Мне ничего не дали. Или уж трупы исчезли. Так. Аптечек до одного места просто.
Давайте сожрем одну. Не знаю, сильно ли это помогло, то, что я его кинул об этот. Как бы шипы, ну как бы похоже все-таки пофигу, раз они не крутятся. Закрыто. Возможно, где-то с другой стороны можно будет. Ты не открываешься никак? У нас там 40 минут. О. UJC Printing for all your needs. Стоит, конечно, копейки, но что поделать. Смотрите, зато нам почти хватает на ствол. В следующий раз должно будет хватить. Все, готово. Ладно, все готово. Теперь иди к панели управления, открой камеру. Уже иду. А куда? Назад таки. Тут вижу заперто. Кредиты и патроны. Что у нас по патронам? Два патрона. О, это нам надо. Please make a selection. Так. Дробовик. Stand by. Я бы сказал, что это обрез какой-нибудь, чем дробовик. А еще я видел, что он... Кнопку 2, чтобы открыть меню быстрого выбора оружия. Колесико. Это странная система. Что он одну и ту же рукоятку использует для... То есть он просто снимает и вставляет эту штуку. Это прям я не знаю, как в этом было. Как эту игру мы играли? Или Гигера-то? Так же, только там ты открывал самое живое оружие, да, Вол? Тут просто менял насадку. То тут это вот таким образом. Ну, зато кушать не просит ствол. Получится по стелсу. Мужик вообще не вдупляет, что происходит, что случилось. Я тебя понимаю, мужик, я тебя понимаю. Сейчас тон друган уйдет. Мы попробуем этому обойти в спину, но что-то я не уверен. Мне кажется, он меня спалит. Либо вот этот меня сейчас спалит. Ну, монстры, кстати, тоже похожи на тех. Хорошо получилось, вроде бы.
Хотя меня все-таки ранили. А по ощущению, как будто бы нет. Вот еще бы кнопки не путай. О, 102 кредита, это прям неплохо. Это все 12 какие-нибудь, ну 25 еще как-то. Это, видимо, местные охранники были, поэтому у них столько денег много. Ну, лучше вы аптечку, конечно, дали. Ты гори-гори, моя звезда. Я пытался перезарядиться. Точнее, не перезарядиться, а сменить ствол. Система, конечно, это, ну... Кто-то с чем-то. Придется тратить. Чем такую сложную систему сделали? Два раза нажать, блин, чтобы просто на следующий сменить. Если у тебя там 3-4 оружия, не знаю. Мне кажется, быстрее было бы. Ну или вот этот круговой, почему не сделать? Почему вообще 1, 2, 3, 4 не сделать для этого, для ПК? Непонятно. Так, а, собственно, кого тут освобождать-то? Так, еще на всякий случай. Какого-то спуска тоже не вижу. Нашел, работает. Это очень странная система открытия. Хорошо, сейчас буду. А его уже нету, да? Сейчас по башке как бы не получишь. Лес, ты уверен, что это нужное? Баба? Что ты тут делаешь? Что за хрен происходит? Ты знал, что это она? Это кто ее искал? Слушай, я просто знал, что нам можно помочь. Зачем вам помогать? Я здесь вечно сижу. Я об этом месте разузнал. Я помогу выбраться до ангара. А ты вызови шаттл. А он может его пилотировать. У нас получится. Нужно просто держаться вместе. Спасибо. Попытаюсь счастье иначе. Хочешь совет, а? Не доверяй ему, он не тот, кем кажется. У меня особо выбора нету сейчас. Внимание, идет аварийная блокировка. Ну, спасибо, блин. Джейк, я не знал, кто она. Я думал, ты знаешь все об этом месте. Ага, я тоже так думал. Что теперь? Ты не выйдешь, пока камера не пристыкуется. Это значит, что я могу сесть на трамвай, а ты нет. Понял. Нужно, чтобы ты отправился к переработке отходов. Оттуда свяжись с вами мной. Передача данных завершена. Постой, что за черт? Просто небольшой мелочь, тебе в помощь. Доверься плану, ладно? До встречи. Так, ну сейчас приедем и... То есть, не знаю, это так спряталось. Камера, мне кажется, должна быть просматриваемая. Так. Дэнни Накамура, да? Член террористической группировки «Внешний рубеж» продемонстрировал мастерство взлома защиты сетей и систем. Разыскивается по подозрению в множественные преступления. Также подозревается в участии в недавнем происшествии на Европе. Очень опасно не приближаться. Собственно, я сейчас, когда уже ее к ней листал, я понял, кто это, потому что, я говорю, я неделю не играл, поэтому я все забыл.
Это да, из-за нее же мы и упали. Давай как принц Перси вот будем бегать вокруг вот так вот и прыгать. Только там должны платформы выдвигать. Ну, если у тебя есть руки, то в принципе да, можно и так. Повезло, так повезло. Все. А там точно ничего не было полезного? Вылезать он не хочет. Забавно. Вот этот разворачивается, конечно, блин, на краю. Такое ощущение, что он с лица не хочет. Это, конечно, немножко пугает. Не, говорит, не доверяй ему. Он не тот, за кого себе это самое представить, не тем, кем он является. А тебе доверять прям можно, да? Еще более опасное, блин. Тюк. Хорошая тюкалка. И чё, и ничего не дашь даже? Ну и падла же ты. Только тумаков дал. Чё там за крыса пробежала? Или это лицехват был? Вызывай трамвай. Придется прокрасть обратно тем же путем, которым пришел. Почти вентиляционное отверстие в дальнем углу. Ты что, спиной меня видишь? Крут. Так. А, я думал, кто-то ящик пива поставил. Ну, вы. То, что я думаю. Ну вот я патрон не пожалею на эту собаку. КПшки так мало. Не, она так другая. Да патроны-то спасибо, конечно, но ты мне лучше лечилку дай. У меня, кстати, есть еще? Оставалось? Нет, все. Я больше не находил. Ну, в целом, не знаю, еще один монстр меня, скорее всего, может уже убить, если я не смогу увернуться нормально. Если такая же хрень вылезет, то всё хана. Я вообще не увидел ее вот здесь. А можно мне как-нибудь прицелиться? Ну, вроде это обычные эти штуки. Я их все, конечно, сломаю. Вдруг что-нибудь... Да вылезет! Ну, хуже же нету, да. Не будет. Так, хпшка на нуле.
Да ты чё так далеко это делаешь? Ты чё? Сумасшедшая? Как она так далеко умудряется? Пипец. Ну спасибо, хоть не убила. Видимо, есть какой-то все-таки вариант спастись, даже если у тебя на нуле хпшки. В таких вот касценах. Так, ну отлично. Хотя бы уже 36% жизни. Ну тут прям может что-то вылезти. Тепленько пошла. А между тем, мне здесь пора уже заканчивать. Где-нибудь будет тут сохранка? Тварь такая, все-таки ударил второй раз. Я рискнул, думал, что все-таки не ударит. Блин. Беспонтовая ненужная перчатка в данный момент. Ну, ты сохранка прошла. Так, слушай, Джейкоб, внимательно. Довесное отверстие в дальнем углу ведет к переработке отходов. Я понял. Не получилось, да? Тебе второй раз меня нагнуть. Да. Я решил не рисковать. Да вы чё такие жадные? Ни хпшку, ни аптечку никто не оставит, блин. У меня столько места нету, чтобы с собой столько аптечек таскать. Ладно, на этом мы и закончим. Хранка вроде была. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Олег Страга. Всем пока. И там, смотрите, бот ходит. Кайф будет в следующей серии. Подпишись на канал.